Приходит весна, и губернские экологи стряхивают с себя груз зимних забот и начинают подготовку к новому весенне-летнему сезону. Одной из первых активность проявила администрация национального парка «Самарская Лука». Здесь, в зеленой гостиной дома музея «Лисы», солнечным мартовским днем собрались экологи и любители природы со всей области. Для того, чтобы задать встрече легкий тон собрания единомышленников, а не угрюмого диспута серьезных ученых, администрация парка приготовила своим гостям музыкальный сюрприз. Им стало выступление детского певческого коллектива «Бенефис» из города Жигулевск. Встреча в зеленой гостиной проводится уже второй год, поэтому они успели обзавестись своими небольшими традициями. Одна из них – это открытый развернутый отчет о деятельности парка. За 2012 год в Самарской Луке побывали сотни тысяч человек. Было проведено множество волонтерских акций, праздник Лисы, фестиваль Лукоморья и многое другое. Значимым достижением 2012 года стало открытие полевого учебно-образовательного комплекса «Лукоморье» на территории конторы национального парка. В этот комплекс входят такие составляющие, как дендропарк, вольерный комплекс и приют для оказания помощи диким животным, попавшим в беду, дом Айболита, информационный центр, дом-музей Лисы, учебно-образовательные тропы и интерактивные площадки. После подведения итогов пришло время и для обсуждения планов на будущее. Важной новостью стало то, что в 2014 году национальный парк будет праздновать свой 30-летний юбилей. В связи с этим сотрудники парка уже в этом году планируют массу мероприятий, направленных на популяризацию губернского экотуризма. В их число входит и обустройство в Большой Рязани хозяйственного двора и деревенской избы, и проведение арт-фестиваля «Природа и человек». Работники парка планируют заняться и проблемными экологическими зонами. Например, уже который год остро стоит вопрос о сохранении редких для Самарской Луки и экологически ценных родников. Родников на Самарской Луке не так уж много, их можно пересчитать по пальцам. И они, очень многие, находятся в плачевном состоянии. Это вот как пример Анурьевский родник. Туда, в принципе, очень много народу приходит. И вот он вот, ну, как бы так вот выглядит. Причем эта фотография не последнего года, года три назад сделана. Сейчас, может быть, он еще хуже выглядит, потому что, ну, они бесхозные практически. То есть что-то там делается, но не сказать, что уж очень так хорошо. Вот. И для того, чтобы содержать и поддерживать родники в хорошем состоянии, естественно, для этого нужно приложить усилия. Мы хотим этим заниматься. На собрании, посвященном итогам ушедшего года и планам на текущий, нашлось место как серьезным обсуждениям, так и душевным поздравлениям. Многочисленные участники совета в зеленой гостиной получили от администрации парка благодарственные письма, почетные грамоты и попечительские дипломы. Таким образом, Самарская Лука благодарит своих давних и новых друзей за тесное партнерство, направленное на защиту природы. Мне очень приятно видеть как новых друзей, так и старых друзей. Спасибо вам, что вы приехали. И хочу сказать, что национальный парк, ну, во многом существует. Все его проекты за счет вашей поддержки. Если этого не будет, то, наверное, нам, ну, на порядок бы труднее было бы выполнять свои задачи. После домашней части гости национального парка вышли на прогулку, осмотреть готовую к визитам туристов экологическую тропу, которая вместе с музеем Лисы и приютом для диких животных домика Айболита образует учебно-образовательный комплекс «Лукоморье». Здесь для туристов оборудованы смотровые площадки и выставлены наглядные стенды, рассказывающие о флоре и фауне национального парка. Можно вот деткам давать и вообще любому посетителю давать эти листики, веточки, да, почки, чтобы они могли это все сравнить, подойти к деревьям, пообниматься, понюхать это все, потереть в руках. То есть это все вот на природе, на, так сказать, в естественных условиях вы все можете сравнить, посмотреть. Холмы и скалы, перелески и луга Самарской Луки – это богатство губернии, которое сложно переоценить. Комплекс проектов, который год за годом делают реальным сотрудники парка, призван познакомить с этим богатством как можно больше жителей области и ее гостей. Будем надеяться, что все инициативы парка найдут свое воплощение и своего зрителя.
В Самарском зоопарке можно ежедневно наблюдать за жизнью десятков разнообразных представителей животного мира всей планеты. Некоторые обитатели зоосада настолько коммуникабельны и дружелюбны, что у большинства посетителей зоопарка возникает желание сблизиться, прикоснуться к ним. Это было невозможно до недавней поры. В первые дни весны в Самарском зоопарке прошла уникальная акция «Погладь меня». С помощью нее сотрудники зоопарка стремятся удовлетворить желание посетителей к контакту с животными. В составе крупных зоопарков нашей страны, например, в Москве или Казани, существуют отдельные подразделения – контактные зоопарки. В Самаре осуществить подобный проект пока не представляется возможным, но сотрудники зоопарка нашли выход. Теперь здесь регулярно будут проходить контактные часы – время, специально отведенное для близкого общения животных и посетителей. Зоопарк у нас относительно небольшой, и как бы контактный какой-то отдел создать мы не можем, где бы люди гладили животных под присмотром наших сотрудников. Ну, решили, что есть такая возможность проводить каждую неделю контактный день. Конечно, в клетку со львом или леопардом посетители не смогут попасть даже на свой страх и риск. Безопасность превыше всего. Поэтому за бортом акции остались даже такие милые создания, как, например, белоснежная енотовидная собака почти домашнего вида. Сотрудники зоопарка провели жесткий отбор. Из множества питомцев были выбраны самые необычные и самые приветливые, почти ручные животные, а также земноводные, птицы и даже насекомые. Мы решили, что некоторых животных все-таки можно выставлять. За каждым животным стоит сотрудник. Он объясняет человеку, ребенку, гостю зоопарка, как правильно подойти к животному, как понять, что оно спокойно, что его можно потрогать, погладить. Ну и рассказывает о животном что-то интересное. Если у вас есть с собой фотоаппарат, можно с этим животным бесплатно сфотографироваться. Если акция такая нашим жителям понравится, то мы будем проводить ее каждую неделю, а может быть даже два раза в неделю. Посмотрим на реакцию. Реакция не заставила себя долго ждать. Поначалу гостей было не очень много. Из-за эпидемии гриппа несколько групп детей не смогли приехать на акцию. Но прошло немного времени, и от желающих погладить животных уже не было отбоя. Дружелюбные питомцы покорили и детей, и взрослых. Приятное общение с животным миром. Нет никаких неприятных ощущений, то есть ни страха, ни отвращения к ним. Животные, они как бы снимают нервное напряжение, человек успокаивается, а когда человек спокойный, у него восстанавливается организм сам по себе. Общение с животными в самом деле является одним из видов зоотерапии. Лечение зверьми применяется во многих странах Европы и мира. Но посещать акции «Погладь меня» можно и нужно даже тогда, когда у вас ничего не болит. В любом случае, хорошее настроение на весь день гарантировано.